Вот так выглядит обновленный международный аэропорт Самарканда. Здание нового терминала выполнено в виде раскрытой книги, символизирующей главный труд великого ученого Мирзо Лукбека – новая астрономическая таблица Курагони. Теперь любой пассажир может доехать до самого входа на автомашине и точно так же уехать. Новый аэровокзальный комплекс построен компанией Enter Engineering по международным стандартам с учетом требований по обслуживанию маломобильных пассажиров. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия обновленной воздушной гавани с участием официальных лиц и представителей широкой общественности. Курулыш жараянада, хурматлы президентымыз өзлары келіп, 19-й илді, июл айда курулышке тамал ташы койылген еді. Ана ондан 2,5 ил ішіде, шо аэропорт, ваша Туркия мутахассислар томонидан лойихалаштирилди ва буни ишга олганди. Аэропорти умуман олганда бутун инфратузимасини янгидан қилиб чиқдик. Энг асосийси бузилияпти деб оласизлар деймиз. Яъни қониб учадиган самолётларни қониб тушадиган полосаси 3200 метрдан иборат, яъни 62 метрдан иборат янги қуриб битказилди. Haftasiga hozirgi kunda 8 ta samolyot uchsa, mana bugun endi ertadan boshlab bizlarga berilgan zayafkalar hozirgi kunda haftasiga 120 ta samolyotga chiqyapmiz hozir. Xudo xolasa kuniga 70 ta samolyotga chiqadigan bo'lsak, bu hammaga butun shahar hamma joy gullab ketadi o'zi bunday qaraganda. Bugun mana shu Samarqand shahrida bo'layotgan barcha o'zgarishlar, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan barcha chora-tadbirlar davlatimiz rahbarining shaxsiy tashabbuslari bilan qilinayotgan sa'y-harakatlarning natijasi deb bilamiz. Har qanday mehmon havo yo'lidan Samarqandga keladigan bo'lsa, birinchi navbatda aeroportga qo'nadi va Samarqand shahrida to'g'risidagi taassurotni Samarqand aeroportidan o'ziga oladi. Mana shu nafaqat bugun Samarqand aeroporti bir zamonaviy qiyofa kasb etildi. Hammasi bir boshqacha bir zamonaviy ko'rinish oldiki, bularni ko'rgan odamning albatta bahri dili ochiladi va Samarqand to'g'risida samarqandliklarning madaniyati to'g'risida o'ziga bir yaxshi bir taassurot qoldiradi. Терминал включает 29 стоек регистрации, 8 выходов на посадку, 4 телескопических трапа, 10 кабин паспортного контроля, а также 15 кабин паспортного контроля для прилетающих пассажиров. Действительно, даже лучше получилось, чем мы видели и представляли, чем как он может получиться. Я в сфере своей деятельности очень часто летаю, бываю в зарубежных странах, да. И действительно, вот наш аэропорт отвечает всем международным требованиям. И я вот честно, вот, пройдясь по этому аэропорту, почувствовал себя в других развитых государствах. Все здесь, вот, и зал ожидания, и зоны прилета, и зоны вылета, и зоны получения багажа. Даже санузел аэропорта сделан в самом последнем стиле вот, развитых аэропортов. Проект строительства нового терминала был реализован в рамках первого в истории авиации Узбекистана договора государственно-частного партнерства между иностранным предприятием Air Marakanda и Узбекистан Airports. Наша основная цель – соответствовать европейским стандартам, обслужить быстро и качественно пассажиров. В новом терминале мы работаем с новейшей технологией, например, ускоренной работой системы багажа, регистрации и контроля. Здесь для пассажиров предусмотрена детская площадка, комнаты для прочтения молитв, отдельное помещение для курильщиков. Мы планируем, чтобы международный аэропорт Самарканд в будущем стал примером для многих стран Средней Азии по качеству обслуживания и предоставлению сервиса. Новый терминал позволит выполнять 70 рейсов в день. Если раньше пропускная способность пассажиров была 250 человек в час, то сегодня это число увеличилось до 1000. А значит, обновленный аэропорт сможет обслужить в сутки 24 тысячи пассажиров. Модернизация перрона позволит увеличить число мест для стоянок воздушных судов до 24 крупных самолетов. Это такой уникальный опыт для Узбекистана. Не просто построить новый аэропорт, это вообще редко бывает во многих странах. Да? Здесь еще и это совмещение с новым опытом.
по привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. В целом, конечно, аэропорт Самарканд очень интересен для авиакомпаний и для всего мира. Да? Как прямой точкой, так и с точки зрения дальнейших путешествий по Узбекистану. Да? Это интересно и как внутренний хаб, и как международный хаб. Конечно, в этом плане то, что сейчас созданы такие условия, вот взлетно-посадочная полоса для практически больших самолетов, в том числе 4 рулежные дорожки, 24 стоянки. То есть это говорит о достаточно большом перчасе. Ну и вы видите, здесь огромная площадь, 42 тысячи квадратных метров. Много площадей предусмотрено для развития неавиационной деятельности. Вы знаете, удивительно, что на Самарканд очень большой спрос у всех авиакомпаний. И, конечно, сейчас мы продвигаем открытое небо, и сюда могут летать со всех стран мира все авиакомпании. Я думаю, что Самарканд – это такая жемчужина Узбекистана и вообще всего мира. Всем интересно здесь побывать. План развития маршрутной сети аэропорта нацелен на увеличение числа направлений до 30 и более к 2030 году. В день открытия Узбекистан Airways выполнил первый рейс по направлению Ташкент-Самарканд – международный аэропорт Самарканда. Терминал будет работать в режиме открытого неба, а также обслуживать грузоперевозки.